Здравствуйте всем, кто подписан на мой канал, а также уважаемым гостям канала. У меня новое видео, обзор, стартовый пистолет калибра 9 мм. Скажем так, легендарный пистолет, знаковый, так сказать, Zarake 914S. Собственно, он уже изрядно такой бывший в употреблении, тем не менее полностью рабочий. Вот, ненадолго попал ко мне в руки. Я решил, почему бы и нет. Решил снять небольшой обзорчик. Итак, пистолет сам, собственно, поставляется в пластиковой коробке. Это коробка не от него, это коробка. Пластиковый кейс от другого пистолета марки Ecol, здесь написано. Сам Zarake поставляется в коробочке, которая несколько меньше, чем это. Вот, комплектуется стандартно, вот здесь ёршиков целая гора. Ну, обычно в комплекте с Zarake модель 914 идет вот такой вот ёршик. Эти уже хозяйские, для удобства чистки других. Итак, ёршик вот такой вот, само собой инструкция, вот мануал, такой основательный мануал, на языке на английском, по-моему, вот даже на русском есть. Вот, и сам пистоль. Такой, как я уже говорил, он такой уже изрядно потертый такой от постоянного ношения в кобуре. Вот изначально он был черный, вот такой, как вот здесь сохранилось еще покрытие немножко. Вот здесь мы имеем название модели Zarake, модель 914S. Ну, здесь мы имеем выбитый серийный номер. Вот, ну, тут как бы необходимая информация. Калибр 9 мм PAK. Made by Attack Arms. Турция. Вот. Вот так все это дело выглядит. Для сравнения. Так лежит на ладони. Такой, скажем так, кирпичик. Кирпичик. Как про него говорят все в... на оружейных форумах, это, скажем, ни эргономики, ни удобства, одна сплошная надежность и крепость. Вот в этом ему, собственно, нет в принципе и равных, наверное, среди сигнально-шумового оружия, потому как делается именно эта модель в Турции на заводах Attack Arms. Она выпускается в нескольких вариантах. Например, в Украину изначально поставлялись именно Zarake. Ну, то есть эти пистолеты, которые назывались Zarake 914S, чуть-чуть попозже, в силу некоторых особенностей, я о них расскажу чуть попозже, эта же модель начала поставляться в Украину под названием Stalker 914S. А, например, в Российскую Федерацию поставляются также Stalker, также были в сигнально-шумовом варианте. А, например, в Российскую Федерацию поставляется модель, которая называется, если мне не изменяет память, Streamer 914 или 1014, вот не могу точно сказать, но знаю точно, что стример. Вот, которая идет уже в травматическом варианте. То есть изначально этот пистолет, почему он крепкий и надежный, потому что он изначально как бы был рассчитан и делается на одной поточной линии с травматическим оружием. То есть рассчитан на гораздо более существенные нагрузки, чем те, которые создаются при выстреле холостым 9-миллиметровым патроном. То есть используются вот такие вот холостые патрончики, стандартные 9-миллиметровые. Вот, собственно, сам пистолет. Будем его рассматривать, будем про него рассказывать. Здесь стоит пластиковая накладка рукоятки с претензией на
деревянную, то есть, ну, как внешний вид деревянной накладки, но на самом деле это пластик. Вот. Магазин стальной. Вот. Пятка магазина пластиковая. Подаватель магазина также пластиковый. Вмещает магазин 14 патронов. Ну, соответственно, что следует из названия Зараки 914. Ну, как бы 914 изначально расшифровывается как ну, название модели. Да, 9 это калибр 9 мм, 14 это количество патронов в магазине. Вот. Следуем далее. Ударно-спусковой механизм. Ударно-спусковой механизм действия двойного, то есть возможна стрельба как предварительным взводом, так и самовзводом. На курке присутствует предварительный взвод. Честно говоря, до сих пор не понимаю. Может быть, мне кто-нибудь, конечно, объяснит это в комментариях. Абсолютно не понимаю вообще вот это толку от вот этой системы предварительного взвода. Ну, в принципе, как по мне, это единственное, что это разобщить конкретно курок с ударником, чтобы при случайном там нажатии не было самопроизвольного выстрела, если у вас патрон находится в патроннике. Больше как бы никакой практической цели в этом я не вижу. Значит, следуем дальше. Предохранитель. Предохранитель здесь имеет только два положения. То есть первое — это как бы огонь. Следуем далее. Собственно, сама работа предохранителя заключается в чем? В том, что он разобщает спусковой крючок с курком. То есть при нажатии на спусковой крючок ничего не происходит. Вот. Более как бы никаких функций, как то, например, блокировки конкретно ударника или каким-то образом еще какого-нибудь механизма, здесь нет. Значит, такая интересная особенность. Вот здесь существует как бы вот на флажке предохранителя, предохранитель, как мы видим, флажкового типа, на флажке предохранителя есть такая надсечечка. Вот. И на здесь, на накладке рукоятки, тоже есть несколько надсечек. Значит, первое, соответственно, здесь надсечка совпадает с первой надсечкой на рукоятке. Это имеется в виду боевой режим. Вторая надсечка совпадает с второй надсечкой. Здесь режим предохранения. И здесь есть как бы третья. В данной модели это ничего не дает, но в точно такой же, но модели 914А, то есть авто, включается автоматический режим. То есть сразу после предохранения переводчик, флажка предохранителя переводится в третье положение, еще чуть выше, и включается автоматический режим. Вот. Значит, что еще рассказать по этому поводу? Есть такая как бы затворная задержка, само собой, да, то есть работает следующим образом. То есть когда заканчиваются патроны, затворная рама остается в крайнем заднем положении. Вот. Значит, сам пистолет выполнен полностью из сплава. Полностью из сплава, который называется Замак 6 или ЦАМ, то есть цинково-алюминиевый медный сплав. Вот, за исключением некоторых деталей. Ну, соответственно, здесь стальные, возвратная пружина, боевая пружина, некоторые детали ударно-спускового механизма. Все остальное выполнено из сплава. Но, так как это одна из первых партий, сплав, как я уже говорил, очень крепкий. Вот.
Что еще рассказать? Значит, как осуществляется, собственно, сама стрельба, принцип работы. То есть изначально пистолет предназначен для спортивно-развлекательной стрельбы, для получения навыков обращения с оружием и для подачи каких-либо звуковых сигналов. Собственно, здесь как все устроено. Со стороны дульного среза в ствол пистолета закручивается заглушка, вот, которая не дает выстрелить из пистолета вообще какими-либо боеприпасами, кроме штатного холостого. Вот. А здесь сверху есть дроссельное отверстие, которое служит для отвода пороховых газов при выстреле. Дроссельное отверстие направлено вверх и чуть-чуть вперед. То есть теоретически струя пороховых газов при выстреле должна уходить вот сюда. Вот так. Вот. Ну а возможность выкрутить заглушку сохранялась для того, чтобы пистолет был удобнее чистить после стрельбы. Но это были первые партии пистолетов, они поставлялись именно в таком варианте, но потом наше законодательство немножко ужесточили, так как нашлась целая куча кулибиных, которые выяснили, что если выкрутить дезаглушку из пистолета, да еще немного там что-то подсверлить, подточить, то пистолет по своей крепости и по всему остальному полностью предназначен для того, чтобы стрелять из него патроном с резиновой пулей. Нашим правоохранительным органам это показалось, ну, по меньшей мере, кощунственным. За эти пистолеты начали цепляться ко всем, кому не лень, и к продавцам на прилавках и в оружейных магазинах, и к владельцам таких пистолетов. И после этого как бы торговля подобной моделью сошла практически на нет. Вот некоторые владельцы даже, по-моему, благополучно устроились на государственное обеспечение на некоторые сроки из-за того, что были пойманы с выкрученной заглушкой и с патронами с резиновой пулей в магазине. Вот. И потом все это дошло до того, что эту модель вообще перестали пускать в Украину. Но турки очень щепетильно относятся к своим продажам, к рынку потребительскому, и они моментально выпускают новую модель, которая уже начала называться Stalker 914. И, скажем так, весь смысл ее сводился к тому, что ствол изначально в модели Stalker 914, ствол изначально был уже не полностью сквозным, а он был как бы одной целиковой, цельной болванкой. Вот, со стороны дульного среза в нем было небольшое углубление на миллиметров на 5, может быть чуть больше. И со стороны патронника как бы было тоже небольшое расстояние до дроссельного отверстия. Дроссельное отверстие сместилось вот отсюда, примерно вот сюда. То есть сразу же за патронником дроссельное отверстие уходило вверх. Такой вид сигнально-шумовых пистолетов полностью устроил нашу законодательную базу. И уже сейчас в Украине они продаются под названием Stalker 914, но в остальном это тот же самый пистолет. Ну, может быть, единственное, что по отзывам говорят, что он стал не таким крепким. То есть изначально они были, то есть изначально вот такие пистолеты Stalker 914, сплав на них был значительно крепче. Сейчас, может быть, это как бы было необходимым условием, да, для того, чтобы в случае, даже если какие-то кулибины, даже и Stalker 914 умудрятся как-то переделывать, ну, то есть он уже не будет выдерживать энергетику патронов с резиновой пулей. Вот. Собственно, да, пожалуй, и все, как бы, больше рассказать о нем нечего. Ну, такая вещь, скажем, прикольная. Выражаясь языком сегодняшней молодежи, вещь прикольная. Ну, скажем, эргономика у нее хромает, в руке она лежит, ну, очень неудобно этот пистолет лежит в руке, честное слово. То есть, как бы ничего в нем такого нет, ну, тяжеленький такой.
Вот. Ну, в то же... Еще один немаловажный момент. Порядок сборки-разборки. Это, пожалуй, самое интересное, самое полезное из того, что я вообще могу вам рассказать. Как это все происходит. Значит, в первую очередь, ну, естественно, в первую очередь нужно удостовериться, что пистолет полностью разряжен. Отсоединяем магазин, проверяем патронник, делаем холостой спуск в сторону, где мы точно знаем, что никого нет. Далее, вот здесь, вот, здесь есть такие, как небольшие выемки. Вот она. Сейчас покажем, не знаю, видно ее будет или не, не видно. Вот она. Вот. И эту выемку нужно совместить, оттягивая назад затвор, нужно совместить с точно таким же штыречком на затворной задержке. То есть делаем это как? Оттягиваем чуть-чуть назад затвор. Вот примерно до такого положения. Вот. И придерживая его рукой, вынимаем затворную задержку. Вот. После этого затвор снимается, как в пистолете Макарова. Оттягиваем немного назад и снимаем его вперед вдоль по стволу. Вот. Затвор отсоединили, вынимаем пружину, вынимаем направляющую возвратную пружину. Собственно, пистолет разогнут. Сборка его осуществляется в обратном порядке. То есть, возвращаем на место направляющую возвратной пружины. Она здесь ставится только так, по-другому как бы ее не поставишь. Вот, возвращаем на место возвратную пружину, одеваем назад затвор пистолета. Вот. И после этого делаем следующее. В принципе, можно попробовать запихнуть затворную задержку и так. Но здесь вот ей не будет давать нормально ее поставить на место основа возвратной пружины. Для того, чтобы это сделать поудобнее, нужно сделать что? Оттянуть немножко назад затвор, придерживать ее рукой и взяться за направляющую возвратной пружины и немножко оттянуть ее вперед. Но так как она у меня сейчас в масле, вот, мне, наверное, придется немножко с этим поковыряться. Конечно, удобнее бы это... Господи, ты боже мой. Конечно, удобнее бы это было делать с помощью каких-нибудь подручных инструментов. Ну, в принципе, можно это. Вот. Значит, запихиваем назад. Извините, неправильная тавтология. Не запихиваем, а ставим назад затворную задержку. Опять-таки, немножко оттягиваем для того, чтобы выемка совпала с... Вот. И устанавливаем назад до щелчка. На этом все. Сборка пистолета осуществлена. Возвращаем назад магазин. Ну что ж, пожалуй, на этом и все. Все, что хотел рассказать и показать, в принципе, в этом пистолете, я рассказал, показал. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Вот, если вам видео понравилось, ставьте ваши пальцы вверх. Если видео не понравилось, буду рад любой объективной критике также в комментариях. Я прощаюсь с вами на этом. Всего вам доброго.